где ты, милый? Что с тобою? С чужеземную красою знать в далекой стороне изменил неверный мне? Или безвременно могила светлый взор твой угасила? Так Людмила, приуныв, к персям очи преклонив, на распутье вздыхала. Возвратится ли он? Мечтала. Из далеких чуждых стран с грозной ратью славян. Пыль туманит отдаление, светит ратных ополчения, топот, ржание коней, трубный треск и стук мечей. Прахом панцири покрыты, шлемы лаврами обвиты, близко-близко ратный строй. Мчатся шумную толпой жены, дети обручены, возвратились незабвенны. А Людмила ждет-пождет, там дружину он ведет, сладкий час соединения. Вот проходит ополчение,